I came from the mud. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. They sing gonna sleepless night. Try to catch me howling at the moon. На базе спортивно-развлекательного центра «Сан-Сити» прошел Кубок Ассоциации города Бишкек по тайквондо ВТ. Данное мероприятие проводится, чтобы повысить уровень мастерства наших учеников, занимающихся данным видом спорта. Всемирное тайквондо, как известно, оно входит в состав олимпийских видов спорта и имеет более широкую аудиторию. В нынешних стартах приняли участие около 100 спортсменов. Это представители таких клубов, как «Сан-Сити», «Барстек», «Олимп», «Хваранг», «Жалборс», «Дрим», «Актив» и другие. Также приехала команда из Иссык-Кульской области. Также еще хотелось бы отметить, что в настоящее время ассоциация тайквондо ВТФ города Бишкек, именно хотел бы подчеркнуть, города Бишкек, проводится большой объем работы, так как это еще связано с тем, что основной костяк тех клубов, которые занимаются развитием тайквондо, находится именно в городе Бишкек. Но также хочу подчеркнуть, что развитие данного вида не только осуществляется в городе Бишкек, но и во всех регионах нашей страны: в Ошской, Джалабадской, Баткенской, Таласской, Нарынской и Иссык-Кульской, а также в Чуйской области. Соревнования проходили в трех возрастных категориях среди детей, кадетов и юниоров. Из них будут выбираться более, скажем, подготовленные ребята, которые в будущем, мы надеемся, составят костяк нашей национальной сборной и будут представлять Кыргызстан на международной арене. Но в результате проведенного турнира Кубок Ассоциации тайквондо ВТ города Бишкек выиграла команда клуба «Олимп».